Peter Hill. Ну да, можно, в принципе, оружие по халяве замутить. Пока не надо Так. сил, там бидоны сика есть. Просто нахуй в рейде, блядь, там три хила. Ой. Сейчас там ВХ у нас все убьет, блядь, за нас. Ага. Давай, брат, 100 тысяч ДПС. Короче, сейчас падает ревностный нахуй, ватный нахуй. Я забираю, блядь. Просто, блядь, выигрываю, нахуй. О, топовая хрень для Геры, нахуй, левая Гера, рука для кастеров. Ну хилы, ёпта. Работаем. Если бы, блядь, не существовало такой возможности создать перса другого и поиграть другим классом, спеком, бы эту игру давно уже перестал играть. Правда. Может у нас Shadow или Midark, может им надо что-то с Зуламана там, я хуй знает, или с Кары Гер там сгонять, чтобы печеньки эти лутануть, хотя бы две штуки. Сейчас же не убрали еще с этого, как он называется? Подойти или нет? Вот. Мне кажется, лучше было бы, чтобы они не убирали, потому что это охуенная идея. Они не смотрители хотят убрать, а с погибели. Ну, мудаки нахуй. Обычно хуйню делают. А чё за запы там? У вас фуфта такой? Да. А кто хочет? Да я отходил и, видимо, в розе. Ебать, Раиса передо мной маршал. Пацаны, победа. А, я понял, блядь. ВХ, ВХ хуёвый, блядь, получается, да? Оглушение. Оглушение всё у меня передомогало тут. Всё, Синтек. Не быть тебе топсовой. И так не буду. Вообще у меня пушку видел? Нет. Абракадабр. Абракадабр. Нормальная пушка. Пиздец. Бомжовская немножко, ну, да, сойдет для сельской местности. Ладно, ребята, давайте пока, до завтра. Да, до связи. Если кому-то с ТТГ что-то надо, кто-то сидит, могу уступить слот. То есть, если человек пойдет при 11, получается. Слушай, слушай, мне позах. Сейчас пацаны придут, такие, ебать, мне тоже позах. И вот такой, ну ты же, блядь, мой нердрун, и все. Ну ты ж мейнер друг, так что она бы тебе с обычки посох, блядь. Апать его еще запиши. Я его апну. Ну, блядь, ты в 25-ке его не отдаешь, так что хотя бы в 10-ке. Блядь, сколько времени уже посохи эти падают по КД, блядь, как ты так его не мог? Ты их отдаешь всем, блядь, кроме меня, да. Вы в 10-ку, что ли, пошли? Да. Ну, хуёво хули, синтек, могу сказать, блядь. Не везет тебе, блядь. Не знаю почему, блядь. Репичи, пойдем на фул, начнем тебе 8. Ну потому что я не одет, я бичу и все такое. А вы где, ебаный по голове, блять? Вы там. В принципе, я могу, но мне нужен ОТ и два хила. Какой нахуй босс, мы на собаку идем? Вот тут мы бабьем, блять. Ну что, блять, накурились. Ебать вы челики, встали АФКшить. Ну вообще. Ну я пока стояли, мы же 3 кг будем босса пить. Ждали на фулл срейд, пока подойдет босса пить.
Мы тут уже так-то трэш. Мы так-то трэш еще чистим. Живут своей жизнью, блядь. Я бы сходил в обычку на фул, но. Ну, это не фишка, из хилов. Сейчас он попадет, разист пойдет. Войд пойдет. Вон, нихуя не люблю щиты, зашел в онлайн, блядь. Но он это писал же, что у него всегда на травле. А, да. Он люблю щиты. КД это тогда, да? Че так? Просто можно нам бидоны почилить. Или еще какого-нибудь ДД. Вторую собрать. Ну кто там есть, я не знаю, есть кто в DC, я хуй его знает. Залетайте, ну, кому надо, блять. Да, на это. Мы в ТТГ тогда... десятки, блять. Ну, да. Ну, если понимаю. Фулька возьмете. Если Фулька возьмете, то ты там брата не знаю такого. Хотя нет, лучше Фулька. То пойду. Вечный холод ощущается как-то по ДПСу. Тебе вот эти 340 СПД вообще там? Вы что, боссов не били? Нет. Ну ты заходишь или что? Давай захожу. Вчера есть мораль ощущается. А чё, бидона, ты говоришь, зачем бидона? А как? Угу. Вы захилите? Как вдвоем захилите там? Да. Ну давай, бидон, портуйся там, хуй знает. Ставь шкаф. Я вам писал в гильдию. Некий. Ой, не дака, блядь, ты ни разу не прохнул. Некий, сразу, чтобы убить, мне какого босса надо щелкнуть? Чего? Чтоб через сразу пройти, мне какого босса надо убить? Еще раз. В Нексусе, когда цепочку делаешь. Там телепортируешься, там убиваешь. А, да, там к Ронину подходишь, он тебе портит. Не, я понял. Там типа сразу сходу же к нему. С ним... Нет, там обходишь трэш весь. Ну, я понял. А вход-то где к ней? Ну, блядь, там все перекрыто, кроме того места, куда тебе надо идти. Там заходишь, получается, и сразу налево там выход. Первая налево, вторая направо. Сейчас 5 секунд, подожди, я тут все камни запихаю. Не успел. Готов? Ну, здесь что, полурайд? Можем пойти на снеговика. Полурайд у нас зачем? 300 баф. 300 баф, пожалуйста. 3, 2, 1. Он идет к нам. Он идет к нам. Ебать. Ой-ой-ой. А чё там? Как дела? Как дела, блядь? Как дела в ИХА там? Себя поверил, блядь. Он там еще в себя один поверил, блядь. Бегите или умрите. Вот конец, да. Блять, а что, вот не судьба отбежать от этой белой залупы или что, блядь? Белой хуйни. Пиздец, нахуй, я хуею с вас. Ну, не жбирать, не были тут ни разу. Ты у Шатастик тут не был? Нет.
Ой, я бабл, я бабл нажму. Под собакой, блять, белое говно, оно. Бабл нажму, говорю. 50 тысяч дамажит, надо отбегать от нее. Опа. А у вас тоже несколько кругов под дом? Идите в очко, блядь. Вот этот падает. Один был почему-то. Круги на воде. Какая-то хуйня, а у одного появился круг, а другие через задержку только. Берегитесь. Тинтек, там как дела, блядь? Да я пытаюсь сдохнуть, он меня не бьет. Ну я понял, пол, нахуй. Есть... Блядь, даже сдохнуть нельзя, блядь, по-нормально. Да прыгание не помогает, надо именно бегать. Прыгание помогает, нормально все. Если на месте прыгать, нормально будет? Да-да-да, прыгаешь, когда на месте, все отлично. Стак накапливается именно каждую секунду. Если ты... Блядь, как это объяснить-то, нахуй? Вот на линейке, знаешь, деления такие есть, вот... Тихо, синтек, нахуй. Значит, есть единичка, есть двойка. Вот, вот рисочки, которые от 0 до 9, они маленькие такие, а рисочка 1, 2, 3, 4, она такая большая. Так вот, стак накапливается именно когда время проходит через большую рисочку. Понял, да, Ушатастик? Вас не смущает, что медикон в мелизоне дамажит дохуя, а вы в РДД нихуя? Потому что они сдохли, блядь. Ушатастик, ты понял, когда обновляется стак? Сейчас посмотрим. Биг Дэм, у фуриков комплекта 4Т4, вот это изливающаяся злоба перерастает смертельное мастерство. Она прожимная или она пассивная? Пассивная. Отлично. Это прок. У тебя 5 стаков стакается, прокает слэм, который наносит на 175... А, на 115% урона, извините, больше. Понерфили же, Марк. Не забывайте с гейзеров выходить и на лучах. Кто не понимает, как стоять, вот звезда. А на РДД, вот этот синтек. Кружок. Ебать, ебать. Там это я не попил, ну ладно. Давай контейнер закиньте там синтек, например. Не поебать. А то что мне попить не дали, блядь. Так а хули вы, блядь, полчаса делитесь. Там озвучивайте, что происходит, нахуй. Хотя вот бы гейзеры. Людям. Вот они жалят от собаки. Да блять, чуть-чуть. Блять, ну пиздец, Ушатастик, нахуй. Ты на максимальный реже от собаки стой, блять. Чтоб тебе отбегать меньше было. Ты стоишь, наверное, в очке где-то под яйцами у нее, блять. Поэтому не успеваешь отбежать. Еще пока на реакцию время потратишь. Скоро были зоны. Да, близко сапога! Кот сапога. Или умрите. Бегите или умрите, сейчас кейзеры будут в этой. В мире зоне. Вот он, блядь. Берегитесь. Сейчас каст собьет как-то дальше. Ну, уже сбил кому-то там. Пиздец. Ой, гейзеры. Короче, убирать. Квест где-то далеко, это тебя не достаю. Как ты это? Слишком далеко, ближе в центр. Как бы подошел. Сокрушение, сокрушаю. Бегите или умрите. Угу, повисла. Берегитесь.
Топор надо, Вару? Нет, у меня нормально, Вару, все. Мне нужны сапожки. Мне нужны сапоги, ботинки и пояс. Кому сапоги топор надо? Сапоги давай мне. Сапоги я хочу себе. Ты хочешь, а у тебя есть такие сапоги? Нахуя тебе? Лезьте, пожалуйста. А что, крит лучше, наверное, да, чем испытать? Ладно, чё. Так что, кому-то сапоги надо? Ватикону. Шаману давай. Ты что, на Элема получается? Крит получше будет. У тебя... О, нихуя! Заклинание... Ебать, смотрите, выпало что-то. 30%. Это что, на Лока, да? Нихуя, смотрите, ебать. Лок, ну тебе надо, да, эту хуйню или не надо? А у меня запястья такие. А кому надо тогда? Шаду. На, покрути на ШП, может. Да, ладно, да. Сука. А у вас это, эффекты утраиваются или у вас как всегда? Утраиваешься только ты. Ухуяиваются. А я так и понял. Утраиваешься только ты. Прикольно. Эффекты, блядь, появляются, там трижды один и тот же эффект, блядь, и у меня просто, блядь, два кадра, я такой, ебать. Не знаю, у меня сейчас прям четко было, если еще, кстати. Ну, у меня запястья такие, мне не нужны они. Так, а РДД тут как лужи разливать? Просто метка появится, выйти из нее и все, да? Не знаю. Блять, появляется проклятие на людях. Они выходят с решетки. Вправо-лево, блять, куда удобно. Появляется бублик, нахуй, на полу, крутящийся такое говно, блять. Из него выходишь. Потому что если ты будешь в нем стоять, то отхил получаемый снижается на 80%, блять. Туда заходить надо только на каст погружения во мрак по команде. Если не успел зайти, сдох. Если там стоишь, тебя не захилили, сдох. Поэтому нужно вынести и выбежать оттуда. И стоять недалеко от них, чтобы успеть если забежать. Если сдох, то ты сдох. Если сдох, то ты сдох. Во, я нашел, короче, эту хуйню. Сейчас я выключу. Можно каску по Вару? Я бы даже сказал, ты, нужно. Ты это фила спешник. А чем мне фила? Я, короче, фила. А до этого мы во сколько хилов шли, блять? В одного, что ли? Ну да, в одного. Два. Не понял, блядь. Ну, сейчас мы берем одного. Ой, в натуре. У нас что получается? 4, 5, 5 МДД, 5 РДД, да? И я Элем. Киньте приснобав. Там он же стоит. Там на дыхании подхиливай. И Равис тоже подхиливай. Лок заслон от тьмы на дыхании нажимаешь. И похищение жизни кастуешь. Я понял, как вы видите этот мир. Я думал, что там эффект это утраивается, а на самом деле у меня просто был включен вот эти эффекты. Я без эффектов играю. Понятно, что у вас лагает. Спина с другой стороны подкинул. Черный пол будет сейчас из него выходить надо. Он черный пол, смотрите. Он приближается. Черный пол. Ты ебнулся там, блядь. От винта. От винта, да. Ч
черный пол, блин. Черный плащ вообще-то был. Или что там было? Неважно. Или вообще неважно. Плащ фиолетовый был. А что это хуйня не закрытая? Ну-ка зайдите в это в сферу, блядь. Никто там. О, нормально, исчезло. Так, пошла уже фаза, скоро будет проклятие, смотрим. Бомжи в мили. Бомжи, смотрите, милики, на кого с вас бежит? Ну-ка отбегите право-лево, быстренько. На кого бежит? Вон на кота, на кота. Вот. Не, это не бегай. По одному разливай их, по одному хлопай об себя их. По одному хлопай. Блять, да не бегай. Трое рядом. Ёбаный в рот. Ты можешь не бегать? Ну, нахуя трое, блять? Я ж тебе блядь. Говорю по одному, блять. Не в куче прям идут. Так потому что... Чипа. Потому я что... Ну это надо было сразу на них бежать, когда они вышли. Падайте, ложитесь. Ну там. Да, конечно. Они уже собрались в кучу, а потом сказали, что... Я тебе говорю, не беги от них, ты один хуй бежишь по хую прям. Ну, надо их по одному похлопать, чтобы ты не сдох сразу. Ты ебалом встретил все четыре сразу. Вот сможешь бить это сбоку, где-то примерно от босса? Бей в лицо босса лучше. Бей в лицо. Чтобы на этот ШВ прожму и побегу на них. Да ну, нахуй это ШВ, блять, просто по одному хлопаешь и все, никакой ШВ не надо, блять. Ну что ты смотришь, бей. Что за сало? В это не. Ну ударь меня, ударь. Было война. По твоему это удар. Меня, вот удар. Говорит себе ШВ, это никто. А ВХ помещается как дополнительный урон детейлся, да? ВХ в карман помещается. Да, он дополнительный урон. Нет, магическая нагрузка. Нормально. Магическая нагрузка. Еще меньше. 18. Понял, блядь. Нормально, блядь, не зря собирать. Не, она мало дамажит сама по себе. Но считаю, 60 раз она только что прошла. На мне только что минуты висела СПД. Да. Но она точно так же, как этот, как его, долганок. Но я и говорю, просто треню можно менять. Нет, самое смешное, оно даже чуть больше. Долганок, по-другому работает. Здесь у тебя настакивается, а потом у тебя висит баф после того, как настакивается. Ну, там тоже настакивается и висит баф. Только там ну, ты его с одного коста снимаешь, ну, а здесь он 10 секунд висит. Ну, вот. Это как у ШМ тогда уже, а не как у долганок. Тут... Среди кастерского проще с вами не было с долганогом. Свои приколы, да. Ну, чё залупало? Сейчас он за бой 6 раз, считай, 310 СПД прокнул. Чисто долго. Нихуя! Они сделали полезную вещь. Теперь, если ты алхимик, то там теперь этим оранжевеньким подписано бонус миксологии, увеличение сопротивления магии всех школ на 20 единиц. Ебать. Чё, блин? Показывает... Ну, показывает теперь, сколько алхимия дополнительно увеличивает. А где это показывает, блин? Ну, на 100 сопротивление наведи, например. И там вот бонус миксологии. А, нихуя. Ебать, полезную вещь сделали. А почему на ЛКшной фласке мне не показывает, сколько у меня хп увеличивается, блядь? И на БКшной тоже не показывается. Сука, что это было сложно подписать, нахуй, или что, блядь? Говно, блядь. Не знаю, вот у меня БКшная написана. Я и так знал, что там на 20 больше, блядь. Ну да, ну, блядь. Теперь ты точно это знаешь. Угу. Пиздец, блин. Бля, какие-то ебаны, в натуре, почему половина фласок не подписана? Чернила кончились. Инсика тут, блядь, приемный. Я заебался тут уже сидеть, блядь. Пойдем на снеговика, вы? Не знаю, что это такое, блядь. Там ты еще сегодня устанешь. Там на час, может, полтора, если на хуй. Без вайпов. Ну или на всю ночь. Нет, нет. Без вайпов на полтора часа. Если вайпнешься, то пизду. Я понял, нахуй. Ебаный босс говна, нахуй. Ну да, босс без полтора часа, ну. Ты не этот, блядь. А вот этот. Че, сферка кто закроет? Я закрою, да? Я понял. Можешь и ты. Можешь. Можно и закрыть бы было бы. Хули вы там стали? Вообще-то на меня уже закрывается.
Ой. Бомжи в мире. Смотрите, на кого идут. На вас. Я понял, нахуй. А нахуя мне лужа, блядь, под боссом, блядь? Чё, блядь, отбежать не получается или чё, блядь? Ну лужу в лужу ты не ставь, блядь, выйди с нее с лужи, сука, она замедляет. Блядь, где таких бомжей набирают? Но по объявлению набрали, блядь. Вот проклятие, вышли с бубликов. Ну да, бубликов не хилится. Консилятор, блядь, как нахуй? Чем так, я тебя спас. Спасибо. Сверку под боссом убейте, милики, а то вас убьет она. Выйдите из бублика. Готовимся, скоро погружение будет. Шатастик, выйди со сферки, ты сдохнешь так. Ебать там нахуй пизды получаешься. Все, даю незыбку. Погружение. Блять, панцирь нахуй. Блять, ужин нахуй. Охуета. Блять, ничего не понял. Стоял за черной землей. Береги. Это залупа ебаная нахуй, потому теневой что. Блядь. Вспышка тьма. Блять, вот нахуй. Ай, в пизду нахуй. Ёбаный в рот, вот нет слов на вас, нахуй. Так надо это, блядь. Это не ДПС, это залупа какая-то, а не ДПС, блядь. Рипи-чип, надо что это за хуйня? Надо рассказать людям. Я половину боя бегал, вот этих, блин, там лужа была. Я не отбежал, не бил ни секунд 10. Потом еще бегал, эти выносил, эти... Бездны выносил туда-сюда. Равис двадцатку дает 16, 14, 13. Тут можно рипы-чипы не смотреть вообще. Да кахули не смотреть, блядь. Если бы они давали по 12 хотя бы, блядь. Мы бы тут нахуй столько не сидели, блядь. Хуйней не занимались, нахуй. Это уже шотнули называется. Так-то. Ладно, бог вообще. Консилятор, нахуй, тоже сдох, хуй пойми как. Сейчас я посмотрю, как, нахуй. Ну-ка. Он съебался куда-то, и его отпиздили щупальца. Хуй пойми, вообще не ясно, как сдох, нахуй. Ну, его щупальца убили, он колодец. Щупальца убежал. Нет, это не то, блядь. Да, зашел, наверное, в бублик, там стоял, блядь, и сдох, блядь. Да ты чё, блядь? Его щупальца убили. Хилы хуёвые, значит. Щупки убили. Блять, он убежал, я его не доставал. Я понял, блядь, хилы бомжи просто, блядь. Он далеко убежал, сам сдох там нахуй далеко, блядь. Че, я буду за ним бегать, что ли, нет, на. Натуре, блядь. Подойдет, попросит, блядь. Но, блядь, по-человечески подойдет. Вы можете нормально все сделать, блядь. Ну, убить, блядь. Как-то побольше ДПСа давать там, блядь. И вот эта, если сфера появляется под боссом милики, ее надо убить, нахуй, потому что она вас убьет, блядь. А на эту хули вы не зашли на погружение 6 человек. Вы что, ебанутые, блядь? Зашли, они зашли, там был черный пол, и сдохли все, нахуй, от черного пола. Понял. Да, там кто зашел, сдох от черного пола, кто не зашел, сдох от погружения. Я за черным полом его зашел и выжил там. Черный пол. Тоже выжил. Твои прожимки прожимаете там, блядь. Только панцирь не отдавай, консилятор. Отдавай незыбку. Да тихо, нахуй. Ушатастик и все это друиды, варши, вы на вот эту хуйню вы оставляете. Тучку ты оставляешь тоже на черный пол, нахуй. Как вы могли сдохнуть, нахуй? И в бублик обязательно зайти. Вот поэтому, парни, бублики его носятся влево-вправо, а не к выходу. Чтоб черный пол вас так никуда срал. Ауру от тьмы поставлю, наверное. Надо не нравится. Наверное, пригодится. Ну если ты мастеру даешь, то да. Не, я никуда не даю. Ну тогда не надо. Ну без всего уже в нормальном хиле будет. Я понял. Нахуй он нужна. Оп, черный пол. Блять, консилятор. Ой. Там сфера сзади стреляет. Алло, блядь, ну закройте ее. Похуй, я вообще, да? Пиздец, блядь. Рипичи больше всех пизды получают. Не знаю, чем это связано, но... Ну, возле танка... Потом дамаг... посмотришь меня и скажешь, потому что, не знаю. Воин. Нам же мили. Надо.
Только далеко не бегай, просто вот первого встречай, второго жди. Вот встреть, разлей лужу. Вот, и теперь вторую. Как-то порациональнее это делай и возвращайся к боссу быстрее. Далеко. Возвращайся к рейду, возвращайся к рейду. Публики, выносите право. Готовься, надо будет сейчас буду давать мастералу. А, я сам дам, я же сам паладин, точно. Во, вышли с бубликов. Вот сферу возле босса убейте, милики нахуй, иначе она вас убьет. А мастера. Нахите или печиво, пожалуйста, синее. Сейчас я все добавлю. Добавил ты, брат. Короче, вот эту еще залейте. Там еще сферы, блять. На мне бублик. Вот, недалеко от бублика стоим, скоро будет это погружение. Надо всем зайти. На фул захиливаемся быстрее. Конечно, захиливаемся. Так, даю незыбку, короче, уже на это дыхание. Там. Все, коста уже не будет. 100 тысяч добьем на мужика. Блять, второй палач, нахуй. Ну ты видишь, я выдал 9500, потому что я не бегал. Да, о, видишь, сапоги на СПД, наручи, на крит, все заебись же у меня, СНТ, понимаешь? А ты говоришь, нахуй тебе СПД, нахуй тебе СПД. Вот, видишь, наручи. Ну, блять, ладно, ради бога, забирай. Да, похуй. Как будто бы ты этапать будешь. Кому наручи надо? Так, я уже нафармил баджи, блять, мне осталось там сок. А, нихуя. Шаману не надо? Не, мне не нужны, у меня есть. Давай паладину на лучше. Давай паладину, давай. Пусть будут. Не, ну сапоги-то я по-любому отну, сапоги заебатики. Это, кстати, перехилил. А мне вот для пизды, у меня 5 хпс. Так у меня тоже. Вычитаем правосудие света, ты мне все равно перехилил, блять. А, у тебя 4-4, вот, блядь, вот, всё. Это абсорб, вот, это абсорб, блядь, абсорб не перехиливается. Можно линкануть последний ДПС по боссу? Ну, какой-то пич на хапале перехилил. Маме расскажу. Этот босс сложный, блядь. Здесь надо ауру тогда, наверное, да, поставить? Тут отбегать надо будет у шатастика и спиной отворачиваться. И метку выносить. Когда зеленое говно под боссом круг такой, больше. Надо будет отбегать. На максимальном ледже от босса стой. Метки были или нет, что-то я не видел. Отвернулись. Вот отбегай. Блять! Ушатастик нахуй, ну я ж тебе говорил, блять. Да ты стоишь хуёво, потому что. Блять, вот главное заранее все объяснишь, блять. Ну ресы хули. Захильте. Магию, диспель, прист полностью ты диспелишь. Метку выноси. Набрал, диспелер. Шаду, магию диспелишь. Видишь? Рейд. Отвернулись. Зеленое говно, отбегаем. Диспелим. Канцелятора, диспельте, сука, он сдохнет так. Я в одно ебало вообще диспелю, брат. Саду, ты тут, блять, брателла, нахуй. Начинай диспелить. Вот, приз, я до тебя не достаю. Почему весь рейд стоит подо мной, блять, а ты нахуй в ебенях где-то, нахуй. Свернулись. Ты сейчас там сдохнешь в одно ебало просто и все. Ну, вроде уже к вам перебежал, выносите. Если места мало будет, скажите, отведу, отбежали. Вот и три эти хуйни на боссе повторяются. Диспел, отвернулись, отбежали. Вынесли метки, четвертая хуйня. Берегитесь. Вернулись. Захильте. Блять, я метку выносил. Да ебаный, ну почему нельзя захилить, блять? Потому что далеко. Ресервист. Да похуй, что ты выносил, блять. Ты должен отвернуться, сука, спиной к боссу.
Там похуй, что ты делаешь? Выносишь, дрочишь, блядь. Нужно отвернуться, блядь, чтобы не словить фир и не сдохнуть. Он не диспелится, этот фир, блядь. Вот только захилить можно, 25 тысяч от хила надо дать. Метки отвернулись. Убежали. А, блять, только муж баллов. Диспель с себя, магия, прист. Алло, блять, нахуй. Диспель с себя, вернулись. Да, он не знает, что это. Ты не видишь нихуя совсем, что ли, блять? Качай вуду, ставь себе вуду, ты нихуя не видишь, что происходит в рейде, блять. Да, там тут происходит. Хули вот ты тут стоишь, иди в рейд, и там вас диспелем диспель, блядь. Такая-то хуйня, блядь. Убегаем. Ну, спишем на то, что первый раз люди здесь. Вот слушай, Тастика здесь пойдет. Сенсики, блядь. Отвернулись. Открываем рассеивание. Да пошли вы нахуй, блядь. Ебану. Ну, я не выпал опять. Синтек, а чё за хуйня? Почему я нахуй сдиспелил 46 диспелов точечно, еще и сразу тебя перехилил, блядь? Да мне, да пизды. У меня лагает 5 FPS, блядь. 5. Да, а дайте нарп, что ли? А, вот. Кому надо голова вот эта на СПД? У кого хил есть? Штастик надо тебе? У меня сова есть. Или это на хила только? Ну, да, хуй сда, наверное, на хила. СЛК 10 оп на фул. Пойдете кто-нибудь? Так, а вот это что? Это заряд правосудия света, какая-то хуйня. Это ретрик. Надо на инсику, нет, это хуйня. У него там что-то есть такое вроде. То ли поезд, то ли запад. Похуй. Да похуй, кидай ему толку. Данила. Ты сделал себе посох? Вот крышку выполняю сейчас. Ты еще не убил?